Приветствую вас, мои драгоценные любители, приятно пахнуть. Сегодня я вам расскажу о моих ароматах декабря, которые будут помогать мне прорезать эти морозные будни и будут являться некой катапультой вместе с этим сказочным предновогодним настроением, этими ощущениями, которые витают в воздухе, которые помогут моему мироощущению опять вспомнить о том, что, так сказать, не все потеряно, есть в этом мире небывалая радость. В общем, начать я хочу с аромата Eve True. Это неимоверная прелесть, которую я дико обожаю. Знаю, что многие ее чуть ли не ненавидят, и она в этой четверке вышедших ароматов из линейки Eve чуть ли не на последнем месте в рейтинге. Но я его обожаю. Это единственный аромат из всей этой четверки, который я могу носить и носить с удовольствием. И для меня это тот прекрасный контрастный аромат, для холодов в том числе. Потому что я люблю в морозное время носить что-то такое, знаете, жесткое, такое хрустальное, звенящее, свежее. О боже, я вижу здоровенную сойку за окном. Но вам ее будет не видно, к сожалению. Ну ладно, не отвлекаемся. В общем, сейчас я живу, опять же, как я уже говорила миллион раз, в лесу. И он раскрылся еще лучше, чем раньше. Просто вы ощущаете такую неимоверную хрустальность этого аромата. Знаете, вот эта вот зеленоватая вода, она очень хорошо характеризует то, что вы на самом деле ощущаете при вдыхании. Ну, вы, это именно те единомышленники мои, которые понимают, наверное, с полуслова, о чем я. Для меня этот аромат пахнет как тот самый мох, которым вы можете укрыться, и будто вы какое-то сказочное создание, и наблюдаете за сменой времен года, лет, десятилетий, вот этих столетий, веков, будто вы сама сила природы. Этот потрясающий хрустальный аромат, он пахнет как сок полевых трав, которые продираются через полегшую уже желтую траву, которая осталась с того года. Этих трав и цветов, которые, вы знаете, так загребли пятернёй, и этот сок просто от корней и стеблей течет по вашим рукам до локтя. И будто вы кинули это на тот лед, который остается на камнях, у пещер, над ручьями, чуть ли не до конца мая, знаете, в горах. Вот примерно такой это аромат, и он придает какую-то окрыляющую свежесть, будто вы возноситесь над всеми вот этими морозными туманами и парами от реки, которые окружают вас вот весь декабрь, когда встает лед на реке и так далее. В общем, это потрясающий какой-то аромат, который как раз попал вот в ту часть моего сердца, бьет каждый раз при распылении, которая любит вот эти вот адские контрасты, так сказать. Вот. Но не все так у меня остро. Не только фужерные и зеленые ароматы я люблю по всяким декабрьским порам носить. Еще я люблю, конечно же, и что-то более-менее согревающее. Пойдем, наверное, по возрастанию этого самого согревания. Мой аромат от Новой Зари, My Ideal Pink, вот этот розоватый жижица, я его люблю не меньше в данную пору, потому что это прекрасные, знаете, табачные ягоды. Но да, тут сушеный табак, но он не напоминает о курильщиках, о каких-нибудь дедах с махоркой и деревянными трубками, по крайней мере сейчас. Сейчас он звучит как, ну, будто реально вы живете там в том месте, где растет табак, и вот он как-то, знаете, расщепился, опал, высушился, и вот вы чисто случайно он это сделал, и чисто случайно вы мимо всего этого дела прошли. Вот это настолько естественно, настолько природно, при этом вы чувствуете рассыпанные рядом фрукты и ягоды красные, вы чувствуете небольшую цитрусовость, небольшую щепотку древесности, в базе чуть-чуть амбры,
И просто потрясающий какой-то, знаете, персик с малиной и корень ириса. У него заявлен еще в базе ландыш, но ландыш я тут не ощущаю. В общем, аромат даже отдает немного красноватым яблоком, но таким не сладким и не кислым, а просто, знаете, такой нейтральный, деликатный, корректный вкус, который как бы и нашим, и вашим. Аромат согревает вот этой своей фруктовостью, небольшой амбровостью. Он тоже не такой прям очевидно зимний, но при этом весьма... Опять же, знаете, опять же, и нашим, и вашим. Он настолько универсальный, и при этом он достаточно радостный, и он как никогда подходит под декабрь, потому что, ну, из всех зимних месяцев для меня декабрь, разумеется, самый праздничный. Вот. Далее я хотела бы вам показать аромат ближе к народу, что ли, к народу, ко вкусам большинства. Это... Tomorrow. Вот он. Вот это медовая амбра с персиками. Тут, кстати, по-моему, тоже есть малина, если я... Да, точно, тут есть малина. И она очень хорошо чувствуется сейчас, в зимнюю пору, так сказать. Персик и бархатцы сейчас очень явные. И знаете, ноты такие достаточно летние, такие весенне-летние, приятные, теплые. И при этом, разумеется, вот в декабре самое то для них. Вот. Он очень хорошо согревает. Его сладость древесная, его небольшая свежепряная бальзамичность, пудровость и фруктовость очень сильно, не знаю, поднимает мне настроение, и она очень окутывающая. День надо подбирать для него такой, когда вы не собираетесь обновлять парфюмы, потому что он очень стойкий, хотя, в принципе, он неплохо наслаивается с другими более легкими и звонкими ароматами, но это тот аромат, который, знаете, хочет быть главным. И он вас и греет, и поддерживает, и подбадривает своей вот этой обволакивающей медовой теплотой. Он, не сказать бы, что очень прост, но он достаточно практичен. Я люблю такие ароматы, потому что порой не всегда есть время обновить что-то подобное, время, силы, ресурсы. А этот товарищ будет с вами весь день, будет поддерживать вас как хороший друг, так сказать. Далее на декабрь. Как, в принципе, на некоторые осенние месяцы, но сейчас это немного иначе звучит, нежели осенью. Очень хорош Attraction от Avon. Это та самая шоколадка, которая мне очень понравилась, которая была очень хорошо и более дорого воспроизведена в Avon, нежели Чокберри или Soft Musk Delice. Это такой более дорогой шоколад. Этот аромат пудровый, амбровый, шоколадный, теплопряный, сладкий, древесный, чуть фруктовый. В аккордах заявлено он еще как и фиалковый, но сейчас я фиалковость в нем никакую не ощущаю. И это неплохо, потому что для меня лично, на мой вкус, фиалка сейчас не особо уместна. В нем очень красивая амбра, в нем очень хороший шоколад, темный. Розовый грейпфрут, да, он сейчас ощущается, и он сейчас ощущается сильнее, нежели осенью. И опять же, вот эта звонкость и пронзительность, которая вышла на первый план в морозы, мне тоже очень нравится. Вот эта сладость шоколадная немного контрастирует с некой такой перечностью и остринкой. И все это дело... третья грань вот этих контрастных игрищ, это вот этот зимний декабрьский мороз. Я очень люблю этот аромат в данное время года, он меня очень бодрит, и я его буду носить, мне кажется, даже в январе,
и в феврале, в общем, всегда, когда будут такие достаточно серьезные морозы. Еще что меня немного удивило, я прям хотела даже в город отвезти этот аромат, но все-таки оставила. Интуиция подсказала, что надо это сделать. В общем, сейчас меня тоже безумно тянет на... О боже, как он хорош! На аромат «Цветущий лимон» от Бракар. Аромат очень красив. Он очень, как выяснилось, согревающий. Летом он безумно освежающий. Я его ношу с конца весны. Май был очень теплым. И он прекрасно раскрывается на солнце, на горячей коже, на теплой, ну, разогревшейся от тела и солнца одежде, на волосах. Звучит безумно красиво. И вот именно освежающий, цветочно-пудрово, с вот этим приятным таким лимоном, ни капли кислоты. Я очень люблю кислые ароматы, вот всякий кисляк на коже, но... Тут без этого обошлось. И, как выяснилось, он согревает меня и в холодное время. Я была удивлена. И он также красиво раскрывается. И если он весьма такой приятно будничный в теплое время года, то сейчас я чувствую праздничность какую-то в нем. Лимонных конфет, но дорогих конфет, возможно, каких-то шоколадных конфет с лимонной начинкой, возможно, знаете, какой-то ликер. Он очень красивый, у него даже есть ваниль и малина в пирамиде, и это дает ему дополнительные сладости. Вот сейчас вышла на первый план не свежесть, а именно такая приятная жизнерадостная сладость. Тут есть еще апельсин, и бергамот, и пятигрейн, и это придает ему, знаете, еще припах какого-то такого лекарства, но не какого-то вот этого аптечного, вызывающего ощущение какой-то безысходности, болезненности, а какого-то, знаете, действительно ароматерапия. Вот примерно такого толка действия этого лекарства, вот, чтобы поднять ваш дух. Он безумно красив, он легок, при этом теплый, немножко пряный, безумно жизнерадостный в это солнечное время, пока еще есть декабре, до того, как мы уйдем под пелену вот этих январско-февральских туч, до мая, наверное. Он действительно как какой-то антидепрессант. Я советую его всем попробовать, потому что он подойдет как любителям цитрусовых, свежих, так и любителям гурманики. Он очень универсальный, как оказалось, и не пугайтесь названия, что там есть лимон, потому что я была из этих людей, а потом оказалось, что он очень и очень хорош. Далее я вам покажу аромат Silky Soft Musk. Вот это вот товарищ от Avon. Ой, как он сейчас хорош. Вообще выяснилось, что он достаточно универсален. Он для меня хорош во многие времена года. Но вот сейчас в декабре он очень хорошо и приятно раскрылся. Такой косметическо-уходовый ванилью. Вот знаете, как отдушка в каком-то средстве для тела. Или для волос, как какой-то хороший крем, который использует очень изысканные, такая изящная, утонченная леди. Неважно, какого возраста. Безумно красивый, согревающий. Он будто хорошая кашемировая водолазка. Он не колкий, он не отдает какой-то лютой гурманикой. Опять же, как я уже говорила, в нем нет какой-то съедобности. Он такой, он очень вуальный и при этом достаточно стойкий. В нем есть пудрово-ванильные нотки. Чуть-чуть белоцветочности, опять же, не индольный. Он мягкий, еле пряный и сладковатый, но все это, опять же, без какой-то зубодробительной гурманики.
Поэтому он подойдет многим. И в принципе, даже если вы любители гурманики, все-таки ваниль и есть ваниль, поэтому вас, возможно, она тоже удовлетворит. В общем, по повседневке еще у меня будет активно в сопровождении аромат Glam Style. Это новинка. Буквально прошлого, наверное, каталога. Это вишневый сладкий аромат с небольшим таким флером белоцветочности. Он чуть ореховый и, ну, и фруктовый, в общем и целом. Он восточный. Достаточно при этом, знаете, легкий, жизнерадостный, ни к чему не обязывающий. Это туалетная вода, но стойкость у него достаточно хорошая, то есть даже ближе к парфюму. По крайней мере, на мне, когда я обильно его наношу вот уже в одежде, но все еще на тело, знаете, между телом и одеждой вот так вот подвпрыскиваю внутрь. Вот, и он так обволакивает. Он, знаете, будто вы во внутренних карманах проносите какую-то одежду с сухофруктами. Вот. Он очень приятный, игривый. Вот на выходные, на прогулке он очень, знаете, тоже подбадривает. Он такой напоминает, что будет и весна, и лето, да и сейчас в декабре тоже есть свои прелести. Он очень хороший, он очень такой располагающий к себе. Вот. Далее. Я расскажу вам про аромат, который все еще для меня такой спорный достаточно. Так, сейчас я посмотрю, где же он. А вот он. Так, это пачули д'ор. Этот аромат, с которым у меня то война, то какие-то притирки, то пакты, всякие там они нападения и так далее. То он мне нравится, то не нравится, то он как-то на мне странно, некрасиво звучит, то нормально, то симпатично. Вот сейчас он на мне звучит кремово, деликатно. Сейчас я даже на руку нанесу, на сгиб, пожалуй. Все говорят, что он красив, все говорят, что он прекрасен, что это не первый их флакон там и все в этом духе. Верю. Возможно... Либо я его недопоняла, либо у меня неудачная партия, либо что, я не знаю. Но, в принципе, вот сейчас он на мне звучит хорошо. Вот именно в декабре, чуть ли не позавчера, он такой типа, а давай-ка опять дружить. И я такая говорю, ну, сучка, ну давай. В общем, сейчас он на мне сидит хорошо, но все еще немного пластиково, немного искусственно. Возможно, это просто не мой аромат. Вот. Я чувствую в нем от пачули прям, знаете, от шоколадных пачули припах. Вот если просто пачули шоколадные пахнут порой шоколадными конфетами, то этот аромат будто коробка от шоколадных конфет. Вот да, это, наверное, скорее даже не пластик, а картон. Ой, или вот эти вот, знаете, шоколадные конфеты, они же в пластиковых таких ячейках в коробке. Вот примерно так, видимо, он и пахнет. И еще я чувствую в нем цветочность, белоцветочность. Но он неплохой, но, возможно, может, это просто какой-то не совсем мой аромат. В общем, мне на самом деле сейчас очень интересно его познавать. Более того, мне даже хочется, знаете, купить новую партию. В принципе, если что, мне есть кому его отдать, если мне не понравится. Но я все-таки хочу узнать, он действительно не мой, или партия неудачная, или что. Но вот в данный момент он сидит на мне весьма интересно. Я чувствую немного помадности. Есть в нем что-то такое. Да, все-таки, знаете, есть в нем изюминка. Что ж, буду продолжать познавать. На самом деле, знаете, запрусь-ка я с ним в этом лесу, так сказать, вот на сезон и проверю. Вот прямо использую эти 15 миллилитров и, возможно, пойму, что к чему. Вот, этому флакону, кстати, уже года два, наверное. Но прям только-только сейчас я начала его познавать с большим усердием. Вот, но... Он согревающий, он конфетный, он пахнет пышным букетом хороших таких цветов.
настоящих. Он пахнет вот именно, знаете, коробкой конфет. Он достаточно такой декабрьский, вот просто прям не дать не взять. Хороший, в принципе, аромат. Я понимаю, что хороший для многих, но не для всех. Поэтому не забываем о предварительных затестах. Далее его собрат, который я обожаю, просто вот, вот не придраться. Это пачули мажик. Волшебство пачули. Ну, это пачули, это шоколадные конфеты, это шоколадные конфеты, присыпанные какао. Безумно люблю, просто с ума по нему схожу. Я фанатка пачули, я фанатка масла пачули эфирного, которое я лью везде, где только можно. Я готова в нем плавать, и он безумно праздничный. Это, опять же, аромат антидепрессант. Это аромат, который согреет, защитит, отпугнет кого не надо, потому что, опять же, пачули не все любят. Ну, а если кто-то не любит, как вы пахнете, ну, знаете, не ваш человек, значит. Вот. Он великолепен. Советую его любителям пачули, любителям шоколадных ароматов. Опять же, если даже он вам не очень подойдет, ну, 15 мл, я думаю, никого не убьет. В общем, это была первая часть моего видео о зимних ароматах, о ароматах декабря, вот этого предпраздничного времени. И увидимся с вами во второй части.